Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас тут ожидает нас завтра, среда, вроде бы в четверг же выходил у нас три турнира, но, в общем-то, вроде как, завтра должны появиться три турнира, а сейчас у нас ничего такого нет, кроме как схватка редких, только для обычных X2, схватка редких на условие два обычных динозавра, но гибриды сюда входят, тоже обычные гибриды. Так, ну, мяса у меня не хватает после прокачки динозаврика. Так что давайте будем здесь сражаться с вами. У нас таких вот три боя. Так. 2.37, блин, это вам не хихоньки-хахоньки. Я не знаю даже, как тут три боя, в принципе, затащить. Ну, третьего нам не дадут взять. Ну ладно, давайте будем пытаться. Тут же дело, конечно, не в том, как победить этот бой, как победить третий бой. Ладно, ставим защиту. Наверное, проатакует, да? Ну, на один всего лишь. А сейчас, наверное, на 3. Нет. Но он защиту один точно поставил. Нет, не поставил. Вот. Можно было его пробить. Ого, 6 баллов. Ну, на все 6. Ха-ха. Ну, значит, все хорошо. Так, алангозавр сейчас падет. Два удара. Ну, это наша 100-процентная победа. Прикольные они. Не скажу, что они там какие-то красавцы, но... Они выделяются среди остальных. Морда, как у Аланки. Так, первый бой за нами. Дальше условия все то же. Ну, например, вот так вот. Сможем или не сможем? Вот в чем вопрос. Ой, не сможем. У моего 20-го лангозавра удар будет такой же, как и у лабиринтозавра. Ну, он, по крайней мере, за удар меня не убивает. Это уже хорошо. И это тоже очень хорошо. Даже не знаю, что делать, ребята. Ну, давайте будем пробовать пробивать. Просто он теперь знает, что у меня в 0 баллов. И он проатакует всего лишь на 2. На 2 у него останется 3. Ну, если он поставил 3 балла... У него может быть 7 баллов. Я выдерживаю всего-то 3. Если я сейчас поставлю 4 балла в защиту. Ну, я 3 не выдерживаю. Вот в чем беда. У него может быть 7. Может быть 7. Ладно, рискуем. Победили.
Ну, так бы у него было 6. Так бы, если бы я поставил 4 в защиту, я бы тоже выжил и тоже победил бы. Поскольку он 1 балл поставил. Так, ну и условия 3 обычных, ребятки. Вот так. Вот так и вот так. Ну чё, чё делать? Ну у нас здесь преимущество, наши покрупнее. Плюс у меня... Ух ты, первый удар и половина жизни. Жирно ринка атакуем. Такой крохотный. На ползуба лабиринтозавру. Так, ну будет не очень хорошо, если меня проатакуют сейчас и убьют. Да. Ёшкин кот, сколько бить пришлось. Да, пожалел одно очко в защиту поставить. Теперь бой снова выровнялся, хотя мог бы быть существенно в мой перевес. Бьет на 3 и завалил. Блин, а мне бить приходится 2, представляете себе? Так бы за 1 пеликанептерик справился, а жирноринг не смог пробить за 1. А я вообще 2 выдержу. Ёшкин кот, блин, а не выдержал. Представляете себе, как меня обидели. Ну да, все-таки, ну, незнание силы удара пеликанептерикса. Что у него будет прям вот аж такой вот сильный удар. Печаль, беда. Так, ну ладно, я там не буду дальше сражаться. Оно уже не стоит того. Потратить $300, чтобы там какое-то пару сот мяса. Это я лучше подожду. А мы так для завершения пойдем и сразимся на арене. Так, ну вот дошел я до уровня наших тварей. Давайте возьмем Индрикотерия, Мегатерия и Тирекса. Кто нам попадется? Мне в последнее время здесь не попадаются млекопитающие. То ли потому, что я их мало брал, но в надежде на то, что они мне попадутся. Так, ну вот сумчатый лев попался, и он будет на него меняться. Точно будет меняться. Проатаковал на 2. Идет такой размен, не очень приятный в мою сторону. Потому что у него там Гаргазуха, у меня Тираннозавр последний. Он атакует на 1. И все. А мне его убивать нужно, как ни странно, тираннозавром. Он меня убил? Нет, не убил. Слава яйцам. Так, ну тут на волоске. На волоске висим, ребятки. Все зависит от Гаргазуха, что он будет делать. Если он атакует... Ну, он должен атаковать намного. Ха-ха! Так, Терекс пошел отдыхать. Ну, а Мегатерий завалит сейчас Гаргазуха. Ууа, обошлось.
Сейсмоудар. Сейсмолапа. Так называется удар. И он приносит нам долгожданную победу, ребятки. Ну все тогда, на этом все. До скорых встреч.